Кожного дня з понеділка по п'ятницю відповідай на актуальні питання на головних вулицях Миколаєва та почуй голос твого міста. Триває блокада завезення вугілля з ДНР. Кабмін прогнозує перебої в енергетиці. Які наслідки від цієї кризи очікують миколаївці, спитаємо на вулицях міста. Угольная сейчас стоит острый вопрос, потому что зимний период и необходим для ТЭЦ уголь. Вот он стал вопрос этот. И он станет более остро, когда они остановятся. Участники АТО, ветераны АТО, да, они сейчас блокируют, сейчас уже три точки в Луганской, Донецкой областях, блокируют поставку, железнодорожные поставки на Украину. Конечно, отрицательно. Зачем это делать? Зачем это нашу страну топить совсем? Нет, это неправильно. Да потому что у Украины нет своего угля, она покупает где-то. Это все-таки наша территория, поэтому мне кажется, что это наш уголь, а не их. Это же Украина. Это же, так кому же это не делает зло, а? Кому? Сами себе? А я за. Я лично за блокаду. Потому что бизнеса на крови быть не может. Счета все этих фирм, шахты здесь, на Украине, то, в принципе, ничего предосудительного в этом нет. Это законодательно закрепим, что нет, никакой торговли не будет, мы просто все перекрываем. Этого же не происходит. Значит, кому-то выгодно. Ой, все это политики будут провоцировать и все это делать. Им нужно на этом сыграть. Я считаю, то, что сделали с нашей страной, это, ну, я могу сказать, только и все. Этой ситуацией пользуется только наши правители. Потому что они зарабатывают деньги себе, и все. А люди страдают. Вот это что, свет будут выключать, отопление будут выключать. А что это не делать? Он не уголь себе зарабатывает. А вот насчет энергетического коллапса я практически на 100% уверен, что нет. То есть если он будет, то он будет спровоцирован искусственно. Сколько у нас атомных электростанций, мы остаемся без света. Кто не готов просто так отказаться от электроэнергии? У нас на электроэнергии завязано все, буквально все. Угля нету, значит, давайте переходите на электрические там технологии. Ну, надеюсь, что это будет, государство нас поддержит и перейдет на эти альтернативные источники. Зона Николаева находится в благоприятных условиях, здесь солнечные батареи очень выгодно ставить. Да, Николаевская область, я думаю, может показать пример другим областям Украины, перейти полностью на альтернативную электроэнергию. Но в это надо очень много денег вкладывать. Я считаю, что войну надо заканчивать, и будет у нас и топливо, и все у нас будет.